Елочные базары в Подмосковье откроются 15 декабря. Адреса продаж главных новогодних красавиц жители области смогут узнать с помощью специальной интерактивной карты. Об этом сообщается на официальном портале регионального правительства. До 1 декабря предстать в новогодней красе должны все торговые объекты города. Основным украшением станет иллюминация, а также елки и фигуры новогодних персонажей. Помимо создания новогодней атмосферы, в городском округе будет работать более 30 официальных елочных базаров, которые откроются за 10 дней до Нового года. Каждое место продажи и каждый елочный базар будет проверяться сотрудниками управления потребительского рынка услуг, мало того, сотрудниками полиции, потому что мы с ними договорились, что мы будем обмениваться информацией, где будут елочные базары и кто будет их проводить. Совместно с полицией мы будем проверять, не исключаем того, что будут несанкционированные, но вы поймите, что на каждый товар должна быть накладная, товарная накладная, договор с местом вырубки, с тем питомником, где она была закуплена. Помимо елочных базаров разрабатывается концепция проведения рождественских ярмарок, на которых будет продаваться новогодняя атрибутика. Отметим, что на лучшее новогоднее преображение объекта торговли, как внешние, так и внутренние, планируется проведение конкурса. Победитель получит приз от Управления потребительского рынка товаров и услуг. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.